И сегодня же глава Красноярска Сергей Рюмин сообщил о новых назначениях. Главой департамента транспорта стал Дмитрий Петров. Сообщается, что ему 41 год, у него профильное образование, он обладает большим опытом работы в коммерческих организациях в сфере автомобильного транспорта. В пресс-службе мэрии отметили, что Петров уже провел первое совещание в департаменте и заявил о намерении уделить особое внимание замене старых автобусов. Прежний же глава департамента транспорта Игорь Ким назначен главой Октябрьского района Красноярска. На этом посту он сменил Владимира Мелехина, отправленного в отставку по собственному желанию. Кроме того, глава Красноярска подписал распоряжение о назначении на должность руководителя администрации Советского района Андрея Короткова. Согласно биографическим данным, он окончил Тольяттинское высшее военное командное училище, четверть века служил в вооруженных силах, а затем продолжил карьеру в структурах МЧС. Последнее время, около 10 лет, он работал в федеральной структуре, это не наша региональная МЧС, а в структуре Сибирский федеральный округ, возглавлял и финансовое направление, и капитальное строительство, то есть он понимает, как хозяйственник, а задачи в МЧС ставятся очень четко, понятно, там все должно быть качественно, в срок и так далее выполнено, поэтому он обладает вот этим набором компетентностей, которые нам необходимы.